Всем привет, вы на канале Device. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на игровую мышь Razer Basilisk V2. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании к видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем. Кабель Razer Speed Flex. Кабель Razer Basilisk V2 обладает большей гибкостью и создает минимальное сопротивление, поэтому вы можете выполнять более быстрые и плавные движения мышкой, обеспечивая максимальный контроль в игре. Ножки из 100% фторопласта. Наслаждайтесь плавным движением мыши по любой поверхности с помощью ножек для мыши, изготовленных из самого чистого высококачественного фторопласта, материала, используемого для антипригарных покрытий. Играйте как вам нравится, забудьте то, что говорят другие, отстаивайте свой собственный стиль игры с Razer Basilisk V2. Изменяйте, переключайте и регулируйте свою эффективность с помощью этой настраиваемой игровой мыши, чтобы создать свой собственный игровой почерк, который оставит след на поле боя. 11 программируемых кнопок, у вас под рукой всегда есть большой арсенал команд, любимые макросы и дополнительные функции кнопок, настроенные с помощью программы Razer Synapse 3. Как и ее предшественник, игровая мышь Razer Basilisk V2 имеет фирменную многофункциональную кнопку-лепесток. Razer Hyper Shift. Используйте все возможности этой программируемой мыши, настроив ее 11 кнопок в режиме Razer Hyper Shift. Дополнительные функции в программе Razer Synapse 3, которая фактически удваивает количество кнопок мыши. При нажатии на выделенную активирующую кнопку вы можете мгновенно переключить настройки других кнопок, значительно ускоряя ввод нужных команд в своей игре. Собственные настройки. Начните настройку с помощью этих рекомендуемых настроек кнопок, оптимизированных для нескольких игр. Настройка сопротивления колеса прокрутки. Мышь Razer Basilisk V2 оснащена колесом регулировки на нижней стороне, которая позволяет настроить сопротивление колеса прокрутки так, чтобы его вращение было более плавным или более тактильным. Эта возможность настройки игровой мышки позволяет вам точно выполнять скроллом в игре распрыжку, выбор оружия и другие действия. Оптический переключатель Razer для мышей. Используя инфракрасный световой луч для регистрации каждого щелчка, переключатели игровой мыши Razer Basilisk V2 обеспечивают ведущее в отрасли время отклика в 0,2 миллисекунды. Поскольку больше не требуется традиционный физический контакт, эта форма срабатывания убирает необходимость введения задержки для устранения дребезга контактов и никогда не выдает непреднамеренных кликов, предоставляя более точный контроль и безупречное выполнение команд. Оптический сенсор Razer Focus Plus. Новый улучшенный сенсор обладает лидирующим в отрасли разрешением 20 000 dpi с точностью разрешения 99,6%, гарантируя, что отслеживаются даже малейшие движения мыши. Благодаря своим интеллектуальным функциям сенсор стал еще более точным, позволяя добиться высокой меткости для хедшотов. Улучшенная встроенная память. Записывайте и храните до 5 профилей настроек во встроенной памяти и используйте настройки в любом месте, чтобы всегда быть готовым к сражению с нужными настройками мыши. Я проанализировал отзывы реальных пользователей аппарата и выделил основные моменты. Вначале расскажу об отрицательных. Высоковата цена. А теперь перейдем к положительным. Мягкий провод. Регулировка колесика. Эргономичная. Смотрится красиво. Подсветка меняет цвета. Гибкая система настройки. Удобно лежит в руке. Настройка ПО с памятью. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!